Так, ну что, поставила воду на яйца Бенедикта. Буду варить Фане яйцо на завтрак. Надеюсь, что сегодня она от него не откажется. Вчера она съела два яйца. Я ей варила, она съела. Буду сейчас варить ей. Потому что дала ей косточки индейки. Она лежит возле этой миски, охраняет ее. Кошку не пускают, но сама не ест. Ну, видимо, не голодная. Ну, вообще голодная, потому что она уже несколько дней прям капризничает к еде. Прям вот что-то ждет такое невероятное, что ей дадут. Ладно, буду ей сейчас яйца варить. Вот сварила два яйца для Фани на завтрак. Я знаю, что собаку или там кошку лучше кормить специальным кормом собачьим. Но она его не ест. Я разный покупала. Я и дорогой покупала, я и недорогой, и сухой, и влажный. Она к собачьему корму не приучена. Собачка эта появилась у нас уже во взрослом возрасте. И приучена эта собачка, не приучена была к собачьему корму. Поэтому от собачьего корма она отказывается. Она ждет какую-то еду со стола, которую ее покормят. Но ест она по настроению. Иногда она ест косточки, вернее, она их ела хорошо, да? А сейчас она вдруг их перестала есть, надоели ей косточки. Теперь вот мы думаем, всю голову сломали. Чем же кормить? Кашки она никакие не кушает, супчики она никакие не кушает. Мясо уже просто чистое мясо с косточками. Она уже тоже не кушает. Ты понимаешь, что у тебя может начаться аллергия какая-нибудь на еду? Собачья еда, там же все сбалансировано. Там и витамины всякие полезные. И все, и сытная она, и вкусная. А ты вот к собачьей еде совершенно не притрагиваешься. А человеческую еду ты ковыряешься. Это я буду есть, а это я не буду есть. Ковырялочка моя, ковырялочка. Носик-то мой курносенький. Да, вот такая стесняшка. Фаня такая стесняшка. Фань, я тебя не ругаю. Я с тобой просто разговариваю. Я тебя спрашиваю. Что ты сегодня будешь есть на обед? Ты мне можешь рассказать? Вот на завтрак я тебе сейчас приготовила яйца Бенедикт. Вот ты вчера их съела, да? Мы завтракали яичками. И ты вчера поела с нами. А на обед что тебе готовить? Вот у тебя лежат косточки, индейки, мясо, чистое мясо. Ты их что-то не хочешь есть. Тебе она уже надоела. А чем тебя в обед покормить, скажи? Ты мне можешь рассказать? Ты худеешь, да? Ты решила к Новому году похудеть? Ты поняла, что ты поправилась, да? Решила, что тебе надо немножко схуднуть, да, наверное, к Новому году? Я другого объяснения-то не вижу. Почему ты у нас так капризничаешь? Чем тебя кормить? Ну, куплю я тебе сегодня творожок. Но ты ж не будешь же творожок на завтрак, обед и ужин кушать. Ну, можно творожок немножечко поесть. С утра, например, или вечером. Да, как легкий ужин. Если ты уж фигуру свою держишь. Вот любимое наше кресло. Выбрала она себе его. И на нем лежит, кайфует. Да, Фанечка? Сейчас яички остынут, ты будешь кушать. Иди кушать. Идем, идем. Идем кушать. Смотри, завтрак я тебе приготовила. Иди. Иди кушай завтрак. Иди. Иди кушай, иди. 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 Иди завтрак покушай. Скромняга ты моя. Камеры стесняешься, да? Иди кушай.
Давай, кушай, кушай, все, я отошла. Кушай. Это как называется? Это как называется? Это для кого я завтрак-то готовила? Ну ты же облизываешься, ты же кушать хочешь, Фанька. Тебя что, поуговаривать еще надо? Эх ты! Иди кушай, не стесняйся. Я тебя не ругаю. Иди кушай. Все, я выключаю камеру, ухожу, и ты пойдешь покушаешь, да? Давай, давай, моя скромняшка. Моя девочка такая. Скромная такая. Иди кушай, иди завтракай. Яички очень вкусные, давай, полезные.